Традиционный экологический субботник по уборке территории у лежбища Сивучи, который проводится ежегодно Советом по охране лежбища Сивучи, созданного при некоммерческом партнерстве «Бригантина», собрал немало добровольцев и помощников. В акции приняли участие Невельский совет ветеранов войны и труда, общество инвалидов «Валентина», много детей из спортивной школы города Невельска, центральная районная библиотека, неравнодушные жители, всего около 60 человек. Каждому участнику выдавались перчатки и мешок. Удивительно, но в этом году на новой земле было не так много мусора. Как ни старались, как ни искали, но набиралось не больше половины мешка на каждого. Иногда встречались экземпляры покрупнее, в виде автомобильных покрышек и пенопласта. Вслед за участниками двигался погрузчик. Наполненные мешки с мусором и крупный габарит загружались сразу в его ковш и отвозились к общему контейнеру. После уборки всех ждала вкусная выпечка с горячим чаем, где можно было пообщаться, подружиться, как в известной песне. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Друзей у «Бригантины» становится все больше, и это замечательно. После массового труда все желающие могли принять участие в автобусной поездке на водопад «Салют», о котором многие даже и не знали. Осилили подъем на смотровую площадку, чтобы его было хорошо видно, а некоторые даже успешно покорили его вершину. У всех было радостное настроение и чувство удовлетворения от того, что в этот день каждый сделал личный вклад в доброе дело. Мероприятие состоялось благодаря поддержке руководителя компании «Легион» Виталия Луценко, предприятия «Невельской ДРСУ», предпринимателя Марины Могилевой и агентства по делам молодежи Сахалинской области. Служба информации «Невельских новостей».